информация, что это Герасимов, он же Гера. И он уже обзавелся оружием. Я жену сегодня в аэропорт утром отвез и в Болгарию отправил. Может, у меня тогда включить в программу защиты свидетелей? Егова? Преступление. Товарищ генерал, правда, не смешно. Вот там реальный отморозок, настоящий, полный. Дайте мне охрану, пожалуйста. Нет. Так нельзя полиция. У вас в отделе Григорий Измайлов самый-самый. Я лучше сам в прах превращусь, чем доверю свою жизнь этому Измайлову. Что, мне нравится? А мне нет. А что нет? Хороший костюм? Хороший. Только в том смысле, что тебя переодевать не надо будет. В смысле? Ну когда? Ты сплюнь, ты дурак, а? Здравствуйте, я подполковник. Это Володя, мой друг. У него трудная семейная ситуация, он сегодня останется здесь на ночь. Да. Извините. Ну, оставайтесь тут. А, телека нет у тебя, да? Ну, в окно посмотри. Хорошо. А я вечером заеду. Можешь съесть? Да, конечно. Странный вкус, что-то такое. Нафталиновые шарики, моль травить.